Два уголовных дела в отношении виновника ДТП на Тульской, скорее всего, объединят в одно производство. Напомню, мужчина в ночь с 5 на 6 августа устроил пьяную аварию. В результате погибла девушка. Задержанного подозревают также в совершении еще одного преступления – умышленного причинения вреда здоровью. По решению суда в отношении виновника дорожно-транспортного происшествия по улице Тульской избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование уголовного дела. Выполняется ряд следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. По закону на расследование полиции дается 2 месяца, однако при необходимости этот срок может быть продлен. Мы будем следить за развитием этой резонансной истории.